Добрый день, рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня я получила коробочку красоты от магазина Il de Beauté. Очень рада. Эта коробочка идет под номером 12. Это не новинка ноября месяца, это именно коробочка, которая была выпущена какому-то летнему месяцу, я уже не помню. Их было три состава: номер 11, номер 12 и номер 13. Как раз я в тот момент присматривалась к этим коробочкам, и состав 11 и 13 мне не нравились. Там одна помада не подходила мне по цвету, но 12 как раз не было в наличии. А тут случайно я недавно зашла на сайт и увидела, что можно приобрести 12-ю коробочку. Сроки все великолепные, до конца 19-го года, начало 20-го. Поэтому решила себе заказать, потому что здесь в основном состав декоративная косметика, здесь нет никаких громоздких шампуней, там каких-то масок больших, здесь именно декоративная косметика. Также я посчитала те средства, которые мне были нужны по цене, и мне коробочка эта показалась очень выгодной. Она стоила 1099 рублей, и поэтому тому, кому интересно посмотреть состав, присоединяйтесь, и давайте я буду показывать. Коробочка пришла у меня вот в такой вот коробке, массипусенькой. Все было хорошо упаковано, скотч Il de Beauté. В коробочку положили, как обычно они делают, кладут именно пакетик фирменный Il de Beauté, очень такой красивый. Была рада этому, также счет фактура. Положили вот такую вот брошюрку, где указан промокод на дальнейшую покупку. Можно получить тушь, зафиксируйте этот промокод, кому нужно, можете им воспользоваться. Далее мне положили от компании Sephora вот такую вот масочку. Это глиняная маска, здесь 3 мл, но не буду на ней долго останавливаться. Совершенно обычно, у меня уже такой пробничек был. И я пробовала, ничего сверхъестественного. Сама коробочка очень красивая, называлась она «Сила цвета», и шла она под номером 12. Достаточно качественный именно картон такой. Можно потом в дальнейшем эту коробочку использовать, что-то в ней хранить. Вот такая красивая брошюрка, главные тренды. Ну, упаковано как обычно, не буду здесь останавливаться. И, в общем-то, из-за чего я заказала эту коробку – первое самое средство, именно то средство, которое является моим мастхэвом, это у нас компания Clarins, масло блеск для губ, тон 0,5, и имеет это масло такую приятную консистенцию, здесь 2,8 грамма. Выглядит оно очень так красиво, это миниатюрка, вот такая вот. Само маслице, конечно, не такое рыженькое, но мне нравится это масло использовать. У меня уже такое было, мне его дарили в магазине. И я его, вы знаете, очень быстро использовала. Оно немного вот так вот рыжит. Это, я уже сказала, тон 0,5. Идеально наносится на губах. И вы знаете, насколько мягкая вот эта вот щеточка, что ее можно потом использовать именно для каких-то других бальзамов. Ну, просто великолепно, а консистенция, аромат тоже просто шикарный, такой нежный. Мне даже кажется, здесь этот аромат имеет такой, что-то такое приближенное к аромату персика. В общем, масло великолепное, себе сейчас к зиме как раз буду им пользоваться очень активно. И, в общем, скажу, что это был мой решающий такой продукт, ради которого я делала этот заказ. Следующий тоже мой фаворит, который я заказала ради именно тоже вот этой коробочки, был тон помады. А помада у нас идет именно такой недорогой серии Divash Velvet. А здесь идет у меня второй тон, 3,8 грамма. Это полноразмерная версия. Также эта помада, у нее большой срок годности. Здесь, причем у всех продуктов, большой срок годности. Я хотела себе именно такую помаду. У меня были, конечно, похожие помады глянцевые, лаковые, но вот именно вот матовой у меня такой не было. Тут заявлено, что она матовая, но, конечно, для меня это не совсем матовая
Что-то здесь немножко в ней есть такое вот как бы глянцевое, но цвет просто обалденный. Я просто, конечно, в восторге от этой помады и очень рада, что я все-таки заказала и не пожалела, заплатив данную сумму. Скоро новогодние праздники, и я очень люблю на новогодние праздники и вообще на зиму использовать вот такую помаду. А так получилось, что все помады у меня таких цветов, вышли у них сроки годности, и я их выкинула. Но в данной коробочке именно есть тот оттенок, который я хотела. Это у нас Sephora Roach Cream, тон 04, 3,9. И в 11, и в 12, и в 13 составе была именно этот тон помады. Всем он достался. Достаточно обычный дизайн, но помадка очень красиво, именно такого насыщенного красненького цвета, чего я, в принципе, и хотела. Наносится она, у меня подобная помада уже была, мне, кстати, нравилась эта серия. Хорошо носится, держится на протяжении всего дня, и, конечно, за такую цену это просто великолепно. Также в коробочке был еще один продукт декоративной косметики. Вот такой вот блеск. Он называется Makeup, что-то так, Ur Artist Gloss, по-моему, что-то типа того. Меня отсвечивает, к сожалению, поверьте мне на слово, он идет в оттенке 0,5, тон 0,5, 2,8 грамма. Это такая вот миниатюрочка. А блеск вот такой, как он выглядит в тюбике. Такое на самом деле. Наносится великолепно. Я также слышала, что хаят вот эти кисточки. Мне, кстати, эта кисточка нравится. Она такая вот приплюснутая. И именно блеск ложится, перекрывает все неровности на губах. Он такой, как кровавая Мэри смотрится. Но очень красиво на самом деле. Если его немножко наслоить. Вы знаете, он не течет, но есть у него такая, как бы, такой минус. Он немного липковат, но держится такие блески очень долго. В общем, рада до безумия. Не жалею ни на секунду, что заказала себе эту коробочку. Полноразмерная версия была вот такого бальзамчика Carmex. Производство США. Его сейчас активно начали пиарить, хотя он продается у нас уже давным-давно. Мне достался классическим, с классическим ароматом. Он идет 10 миллилитров или 11 миллилитров, но 10 грамм, что-то типа того. Как-то тут все странно. Такого он беленького, даже желтоватого оттенка. Имеет охлаждающий такой эффект, дает на губах. Распределяется хорошо. В течение 2 часов это точно он увлажняет, питает. Можно, конечно, далее обновить. Пахнет эвкалиптом, дает на губках такой легкий холодок. В общем, чудо, а не бальзам. У меня, кстати, такой был с вишневым ароматом. Мне тоже он нравился. И я, в общем, скажу честно, ради 5 вот этих продуктов я заказала всю эту коробочку и безумно рада. Также в коробочку положили 3 парфюмированных водички. Это у нас, по-моему, Cartier. Да. Вот такие 2, они идут по 1,5 миллилитра. Это у нас идет вот такой вот аромат, он называется, вот можете прочитать. Это уже не новинка, он идет с такой вот брызгалкой, с распылителем. Аромат я уже понюхала. Конечно, мне кажется, это мужской аромат, но я бы даже назвала вот эти 2 аромата унисекс. Где-то у меня уже выпал. Они достаточно такие нерезкие. А вот этот даже немного такой слабенький, более такой как бы... Ну, я бы не назвала их такими прям мужественными. Ну, можно, конечно, в принципе, отдать эти ароматы мужчине, но я думаю все-таки, что они какие-то унисекс ароматы. Вот это чисто женский аромат. Он идет у нас... Это Les Contes Parfum. Парфюмерная водичка 0,8 миллилитров. Когда я ее нанесла, я почувствовала такой какой-то мыльный состав. Мне она совершенно не понравилась.
изначально, но потом она начала раскрываться и уже себя проявила в более интересном. Ну, а теперь по-быстренькому положили мне, чего я совершенно не ждала, это были два шампуня для осветленных, окрашенных светлых волос, милированных, блондированных, по 8 мл. Неплохо попробую, это Джон Фрида. Также мне положили масочку, их всем эти масочки кладут. Это банановая корейская маска ночная, здесь 1 мл. И еще у меня был здесь Герлен. Вот это Герлен, тональный флюид, тон 02, светло-бежевый, 2 мл, обязательно попробую. И вот такое вот средство, это у нас Дарфин, и это крем для глаз и губ, 1 мл. И вот такую вот еще масипучку положили. Здесь это идет Поет, фирма Поет. Это гель для возвращения объема кожи с гиалуроновой кислотой, здесь 4 мл. Ну, тоже потестирую, в принципе, не знаю, сильно в этом не нуждаюсь, но почему бы не потестировать. Итак, вот этим я 5 продуктам безумно рада, все остальное просто сопутствуется. Сопутственные товары. А коробочка мне понравилась. Если кого заинтересовала такая коробочка, то, по-моему, на сайте они еще продаются, стоит она 1099 рублей. Спасибо всем за внимание, спасибо, что меня поддерживаете, ставите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, счастья, всего наилучшего, до новых встреч, пока-пока!